сезоне чем больше прическа, тем лучше, утверждают модные эксперты салона Posh. С подачи модных журналов женщины вспомнили о бабетах и бампитах, прославленных Бриджит Бардо и Одри Хепберн. Стилисты уверяют, что для эффектной прически не обязательно иметь длинные волосы, их могут заменить искусственные пряди. Сегодня в Днепропетровске открыт первый персонал-кэр-центр Posh. Все гостей угощали блинами с красной икрой, шампанским, клубникой, шоколадом ручной работы и вкусным кофе. Салон ты сделала необычный, он полностью стеклянный, и люди, которые будут мимо проходить, наверное, у них будет такое большое желание в него попасть. Фасад и вот эта комната любимая моя, этот зал парикмахерский, я его просто обожаю, мне очень нравится. И клиентам на самом деле тоже, когда с улицы обращают внимание, потому что процесс работы, никто не стесняется, скрыть его мы не хотим, мы хотим, чтобы все видели это. Этот салон находится в урбанистическом таком месте, и дизайн, соответственно, он открыт для всего, для всех. Требования основные к вам, как дизайнерам, были каковы? Ну, это прежде всего комфорт и удобство для клиентов и также для работы парикмахеров, чтобы все соответствовало стандартам. Мне кажется, что это такое очень хорошее архитектурное решение, позволяющее залить светом весь салон, дать много воздуха, много пространства и дать ощущение солнца в этом салоне. Это здорово. Полностью прозрачные окна. То есть клиенты могут видеть, что делают мастера, мастера могут видеть проходящих клиентов. Ну, в общем, очень смело, очень решительно, в общем, здорово. Осенью перед нами встают две ключевые задачи. С одной стороны, нужно как-то восстановиться после лета, а с другой – адаптироваться к изменениям в погоде и природе. Грубо говоря, подготовиться к встрече зимы. Персональный центр Posh как раз направлен на то, чтобы женщины выглядели в точности, как героини любовных романов. Хотели бы попробовать самые лучшие процедуры. Теперь в нашем городе есть место, которым всех девушек, мужчин, всех детей, всех приглашаем. Самое лучшее, самое замечательное место в городе. Замечательно, что есть такие места, где женщина может расслабиться, где она может получить удовольствие, где она может пообщаться, где она может узнать обо всех новинках, которые помогают нам сохранять молодость, красоту. Он притягивает взгляд, так же, как притягивает взгляд и обаяние, и доброжелательность хозяйки. Я уверен, что он будет пользоваться успехом. Какие прически должны будут сделаны в этом салоне? Только красивые. Ну, что-то такое от кутюр. То есть прет-а-порте здесь не подходит. Открытие презентации салона красоты Posh была построена креативным образом. Все желающие знакомились с салоном посредством фильма, где хозяйка Posh в главной роли. Инга подробно рассказывает о преимуществах центра и приглашает всех в гости. Я рада, что пришло много людей. Я новый человек в этом бизнесе, да, но мне очень приятно. На самом деле так много людей, просто очень приятно. Я надеюсь, все эти люди будут нашими клиентами. Мы сделали классическую европейскую презентацию без ведущих. Все сделано стильно, ярко, в тенденциях последней моды по ивенту. Там тоже есть мода. Все было очень так организовано, очень ярко и очень так дружелюбно. Я хочу сказать, что на все на высшем уровне. Молодцы. Очень приятно находиться в этой атмосфере. Мастерам салона Posh удалось на моделях показать остромодные элементы причесок осени 2011. Восхитительные воздушные бабеты, волны, жгуты и крупные кудри. Образы специально для презентации были созданы известными стилистами.
Елена, сегодня сбылась мечта вашей дочери. Она открыла такой крутой, современный, модный салон. Как вы себя чувствуете на этой презентации? Я чувствую себя превосходно и горжусь тем, что это первое детище моего ребенка. Угощают такой прекрасной закуской, шампанское, клубника, конфеты, блины. Настроение замечательное.